Утром выхожу из дома, сзади подходят три человека. Говорю: Вячеслав Владимирович, да, говорю, проедемте с нами. Говорю: сейчас цветы полил. Нет, говорят, поехали сразу, мы типа сильно заняты. Ну, поехали. Объяснив это, что это из-за одержания, поэтому как бы сопротивляться я сильно не стал. Удостоверение показывал. Вот, все. С чем связано, все знают. С выборами. Потому что ты подал документы на регистрацию, это тоже всем понятно. Поэтому тянется регистрация, не осуществляется в это время, пытаются сфабриковать любой фильм по публикациям там 2020 года, что там где-то нашли значок умного голосования. Публикация 2020 года. Ну, то есть, то, что вы со самоиспанца на ровном месте, это как бы вижу понятно. То есть, что, честно, никогда они не умели. Какую власть захватили путем госпереворота в 93-м году, так вот все и продолжается, удержание власти такими методами, в том числе устранением конкурентов. Это же массовое явление идет, это же не я один, поэтому как, что тут удивляться. Заказ получен, заказ принят, заказ исполняется. Ничего нового.